Вот, блядь. Привет автосервису. О. Ох, тебе. Ой, что ты делаешь? Да он постоянно ее тут так ставит. Ну что, ты хочешь отрезать ее просто? А? Ты хочешь отрезать ее просто? Как мне еще заехать? Ну да, по-другому никак. Дядя психанул. Порвал как тузик тайник. Вот так паркуются у нас без Кудникова, блядь.